Всем привет, ребят, у нас на обзорчике польский трактор. Это вот такой Ортера Зотер 11741. Поэтому это двигатель у него стоит такой. 110 лошадей, ребят. Мощнее МТЗ-ухи. Ну, под такой, под МТЗ. 102,5. Так. Баллончик такой у него. Прикольный. Приборка не светится. Вот мигание. Панелька что-то выюживается. Куры там с баллончиками. Так трактор выглядит как ничего. Такой бойцовский, по-моему, этот. Любит не только кататься на советской технике, но на другой. Ребят, польский трактор. Видите, в салоне у нас там куры мигают. Уже видно, что большой косяк есть. Смотрите, какой косячок. Мигают текстурки. Сейчас проверим, ребят, мы фланги. Гидравлический, давайте возьмем прицепчик. Вот даже камазовский. Поехали. Не штанги рыбу. Это вот прикольно. Я не могу участок не высыпаться. Блин, ну вообще, пайца здесь. Тут даже ничего смотрит. Прицепчиком командовским. Вот этот трактор у нас, ребят, продается. Где трактора маленькие. Вот он, Зетер Фортера 1.44. Этот один двигатель. И вот два выбора двигателя, но лошадки не добавляется. 220 литров бак. 40 км транспортная скорость. Дизайн. Вот это вставится вот эти вот. Выбирается крепление. Навеска. И просто. Посередине колес ставится больше. Двигатель такой и 1.7. Не меняется ничего. И погрузчик ставится. Фронтальный. 50 тысяч стоит, я думаю, недорого. Планки работают, ну, текстурки есть, косички в моде есть. Так, насчет лога не знаю, ребят. Поэтому лог проверять я не. Где? Так. Вот так, ребят. Ссылку на него оставлю в описании, кому интересно будет, ребят. Почему я трактора в поле не испытываю? Потому что это, ребят, не такая карта, чтобы испытывать. И попозже будем испытывать моды в рабочих этих условиях. Сегодня такие, а завтра буду в ручке, ребят, будем испытывать. На этом все, всем пока и до встречи.